Звания мастеров спорта завоевываются в Йошкар-Оле. В Марийской столице завершился очередной всероссийский мастерский турнир по дзюдо. Более 130 сильнейших спортсменов со всех уголков страны в поединках на татами завоевали престижный титул «Мастер спорта России». Вот уже на протяжении 22 лет в Йошкар-Оле в отдельно взятом виде спорта, а именно в дзюдо, вершится спортивная история. История не глобальная, а история отдельно взятых спортсменов. Раз в год весной сильнейшие кандидаты в мастера спорта стремятся в наш город, чтобы в честной и очной борьбе получить заветный титул и сделать еще один шаг к своей спортивной карьере. Но чтобы стать мастером спорта, одной победы мало. Ведь согласно правилам соревнований, звания победителям присваиваются при выполнении организаторами определенных условий. Для того, чтобы присвоить звание мастер спорта, необходимо такое требование. В весовой категории должно быть 12 участников, из них 2 мастера спорта. Вот. В соревнованиях должны принять участие из 3 округов. Вот у нас это соответствует. Вот. Должны быть судьи всероссийской категории. Ну, вот это основное. Вроде просто, с другой стороны, вот мы провели огромную работу. Организаторы со своей стороны делают все, чтобы, если не удивить гостей, то как минимум провести на уровне, например, прошлого года. Уютный спортивный зал, совсем рядом большое кафе, где можно накормить всех разом, гостиница в шаговой доступности. И эта работа не остается незамеченной. Участвуют сегодня 17 мастеров спорта на этом турнире. По сравнению с прошлым годом, где было 13, сегодня 17. Один мастер спорта международного класса. Есть члены сборной страны, чемпионки и призерки России, которые тоже участвуют. Это говорит о многом, о том, что с каждым годом турнир наш, Мариэл, я имею в виду, он растет и проводится на самом высоком организационном уровне. Марийские дзюдоисты регулярно выигрывают домашние соревнования в одной или двух весовых категориях и пополняют собой ряды мастеров спорта. На турнире образца этого года марийская команда была представлена в максимальном составе – более 30 спортсменов. Естественно, что не все из них стали победителями, но, как говорится, нашим есть куда стремиться. Осенью этого года 35 лет, как дзюдо появилась Мария. Вот это значительное событие. Черепанова Лариса стала чемпионкой России. Это тоже знаменательно. За многие годы она стала чемпионкой, и она входит в основной состав сборной команды России. Ну, подрастает молодое поколение, которое стремятся к победам, добиться каких-то успехов, они стремятся. Поэтому усердно тренируются. Что касается итогов мастерского турнира, то у наших 2 золотые медали. Лучшими в своих весовых категориях стали Лариса Черепанова и Александр Огурцов. Если Лариса уже мастер спорта, то Александр стал таковым только сейчас. И можно констатировать, что эта победа, новый титул, станут вехой в спортивной карьере дзюдоиста. И, наверное, далеко не последним его достижением. И по прошествии определенного времени он не раз и не два будет вспоминать эти весенние дни, когда в Йошкар-Оле стал мастером спорта. Мастером с большой буквы.